Главная задача, которая у нас была все 20 лет, это обустройство медийного рынка, чтобы была экономическая независимость любого СМИ, чтобы был шанс. Потому что любой президент, который приходит к власти, он говорит, свобода слова, это прежде всего экономическая независимость СМИ. Важность работы журналистов отметил и мэр Сочи, который также посетил открытие фестиваля. Трудно недооценить, а тем более переоценить журналиста, его профессию, его влияние на общество. Сейчас в мире все чаще сравнивают журналистику с пропагандой. Из-за этого доверие зрителей начинает падать. Для диалога с российскими коллегами в Сочи приехали представители иностранных информационных агентств для налаживания диалога и дальнейшего сотрудничества. На повестке фестиваля стоят также обсуждения, поддержка журналистских расследований, чтобы всегда была возможность довести дело до конца. Главными темами также станут борьба с контрафактом, обстановка, захлестнувшая страну коррупцией, и здоровая среда в России.